Положение определено. Положение определено. Так, ну что, звонок другу. Алло, здравствуйте еще раз, это Валентин. Я выехал с мойки, навигатор показывает, ну, около 35 минут до вас ехать. Вот. Да, скоро буду тогда. Ага. Так, что я еще хотел?
Введи мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Впереди опасный поворот. Ограничение 60.
Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Едем по улице Сурнова, ну, набережной реки. Впереди камера. Ограничение 60.
справа прокуратура Иркутской области. Проехали там что? Что это за здание, за которым не досмотрели? Ничего, просто дом. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. ГИС слева и Международный финансовый клуб. Европлаза. Бизнес-центр.
И где тут парковаться? Проходили ТО на 30 тысячах, 30 тысяч 20 километров, где, наверное, потом вот 51. Да, где первое, второе, угу, и четвертое. Тойота каждые 10 тысяч проходит. Угу. Вот, ну ладно, последнее ТО было на 50. Так, Д, да? Ну так, вообще на один так. День. Да, все правильно, на Д. Я тебе зеркала смотрю. Но на один день ничего не успел не посмотреть. Угу. Приехал, передал, поехал в аэропорт. Вот сохраните мой телефон, приезжайте с семьей. Мы очень часто ездим на Байкал. Ехать долго. Ну да. Так, а что мне так горит такое эко? Экономный режим, стиль вождения. Угу. Что если сильно газ нажмете, он погаснет. Угу. А фары у нас горят? Да, я включил. Ну, угу. На стекло нужно будет направление получить. Угу. Но это вот все, я просто не знаю, как процедуры нынешние. Угу. Моя вот машина стоит, отдел. Вот это вот. Я на нее... Митсубиси? Да. Я на нее как сяду, она тоже автомат. И я левой ногой жму тормоз. А, не, левая тут отдыхает все время. Вот сегодня вот опять взяла, чтобы покататься маленько. На стекло взять направление, да? Ну да, это в транспортное отдел обращаться. На этот навряд ли дадут, на то, что над лючком бензобака. На сколы точно не дадут, потому что сколы являются следствием
естественного износа. А вот стекло поменять надо бы, потому что если не поменять, то быстро щетки будут стираться. Пока вот нареканий, вот сколько ехал, никаких не было. Но все равно подходит время ТО, уже точнее подошло. 100-200 километров роли никакой не сыграет. Вот. Но как вот понедельник будет, нужно будет выяснять, как подавать заявку, кому, куда ехать. Как раньше было, я вам рассказал, а как сейчас, я, к сожалению, не знаю. Так будет нормально, да? Да, да. На что обратил внимание, очень удивило это. Заливали, видимо, хорошее топливо, машину вообще не троит. Я когда беру машины там куда-то перегнать, 95% машин троят. Ну, это из-за некачественного топлива, из-за плохого топлива. Здесь она работает ровно, вообще как часы, не трясется, обороты не плавают, все ровненько, все хорошо. Тут не пишет расход, насколько, да? А, вот еще про кнопку я вам забыл. Вот штырек торчит, его нажимаете. Пока стоим, можете понажимать, я вам расскажу. Вот это одометр, он показывает, какой километраж. Это я проехал ровно 1100 километров от Красноярска. Там дальше он показывает, это расход на 100 километров. Максимум, что мне удалось снизить, это до 6,0. По трассе. Ниже просто не было. Это на сколько километров осталось топлива? На 137. Топливную карту. Вот эти вот прочерки, если зажать и держать сейчас этот штырек, яркость дисплея будет меняться. Тусклее, ярче. Вот. То топливную карту, по идее, должны выдать. А Екатерина приедет, понедельник прилетит. Тоже наша руководительница. Ага. И карту привезет. А, А вот расход онлайн такого нету, да, здесь? Ну, вот сколько у тебя тут расход бензина? Есть, но он не показывает в этом, в цифрах не показывает. Вот если еще раз нажмете. Еще раз. Вот, слева, вверху. Сейчас вообще ничего не расходуется. Вы не жмете, да, на газ? Я жму. Вот жмете, и вот появляется. Ну, я старался ехать. Не, естественно, когда в горку едешь или там идешь на обгон какого-то автомобиля, фуры, естественно, она до максимума увеличивается. А так серединка или ниже серединки по этим штрихам. А если не секрет, почему из спортстандарта ушли? А я давно проходила собеседование в АСЭО, в 15 году проходила, прошла. Думаю, наверное, у меня еще мало мозгов идти в АСЭО. А вы хотели в АСЭО, но да. Что-то не мало получалось. Мало знаний, да? Мне кажется, потому что АСЭО же такая стаж, серьезная. Может быть, маленький. Ну, фармстандарта тоже она такая. Ну да, но все равно. Не маленькая. Она, правда, российская. Осталось это у нас японцы. Да, и осталось, и препараты намного серьезнее, чем я работала. Ну вот, в этом я вообще вот по автомобилям могу подсказать, а вот по серьезности препаратов я сам стараюсь как-то не принимаю таблетки, не знаю, голова болит, но я как-то не обращаю, как-то, как это называется, высокий болевой порог или низкий наоборот, то есть я болит и ладно, пройдет, я не особо чувствую, не особо обращаю на это внимание, поэтому вот как-то по препаратам. А вы давно восстановились? Что? Вы работаете в Астелосе. Впереди камера, контроль проезда на красный свет, ограничение 60. Я являюсь поставщиком Астелоса, я работал в компании «Комплексное решение», очень длительное, ну, с момента основания комплексных решений, и вот ушел в конце 2016 года.
Вот, ушел, но у меня давно свое ИП открыто, индивидуальный предприниматель, и осталось напрямую, обратился, видите, нам нужны услуги, не хотим в комплексные, хотим, чтобы вы оказывали. Ну, наверное, подешевле оказываю, чем комплексные, поэтому обращаются. Я бы, конечно, с удовольствием мог бы организовать Астелосу и обслуживание по всей России, но Астелос справляется сам с этим вопросом. Раньше вот в комплексных решениях они обслуживались, ну, если грамотно по-современному сказать, комплексные решения аутсорсили автопарк Астелоса. Вот я от своего ИП точно так же могу аутсорсить, но Астелос, видимо, ну, я не знаю, там в связи с кризисом, может быть, там понижает расходы, оптимизирует. Телефон вообще не держит у меня зарядку. А почему не на самолете, а на поезде? Не знаю, хочется отдохнуть немножко, прокатиться в поезде. На самолете слишком быстро, да? На самолете, во-первых, для меня самолет — это стресс. Прям вот нереальный стресс. Я, ну, не знаю, но очень боюсь самолета. Я езжу в отпуск, допустим, когда езжу. Для меня вылет в отпуск — это стресс. Ладно, я приезжаю. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Расслабляешься. Обратно лететь за пару дней до этого, я каждый день, даже не за пару дней, а там на две недели берешь, и вот когда половина проходит, потом ты уже начинаешь... Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Через 7 дней самолет — это стресс. Через 6 дней самолет, через 5. И с каждым днем все это усиливается. И в момент там взлета, полета и посадки, я что отдыхал, что не отдыхал. У меня вот отдых как-то из-за этих самолетов вообще не чувствуется. А я 3 декабря в Москву лечу. Учеба у нас. Вы как, полеты нормально? Да, нормально. Не знаю, это от человека зависит. Я просто, ну... Первый раз страшно получилось. Было. А вот мне в том-то и дело, что первый раз не страшно было. Потом я посмотрел видео, наткнулся на одно не очень это, которое, ну, как-то меня сильно впечатлило. Командир корабля дал штурвал подержать своему ребенку. И этот самолет ушел в пике. Естественно, его не смогли обратно вытащить. И вот так же какой-нибудь командир появится. Они же там, ну, я не знаю, я конечно, за руку не ловил. Есть у меня знакомые стюардессы там и так далее, от них я тоже этого не слышал, но внутренне у меня какое-то подозрение есть, что пилоты бывают и пьяные летают, мне так кажется. Что для них это тоже стресс. Да, что для них это тоже стресс, они же тоже там рано на пенсию выходят, потому что у них тоже это считается, ну как там, сложная, тяжелая, опасная работа. У меня крестный был пилотом, ну я тогда маленький был, когда улетал, я ничего не знаю об этом, ничего не рассказывал. Вот. Мне кажется, что они там бывают, возможно, и пьяные летают, возможно, я не знаю, но возьмет какой-нибудь там пилот и посадит точно так же ребенка за штурвал, и все, и не долетишь. Мы как-то летели с Красноярска, самолет маленький, компания «Ангара». Заходим в самолет, я говорю: ой, девушка, лесенка сломалась. Она говорит: ладно, заходи. Зашли, потом стюардесса говорит: по техническим причинам ваш полет отменяется. Просим всех покинуть. Вышли туда, я звоню родителям, говорю: так и так, говорю, какой-то самолет сломан, папа на меня. Бери на поезд билет, чтобы на самолете не летело. Я говорю: ну конечно. И потом все-таки на этом же самолете мы полетели. Через 2 часа. Отремонтировали? Ну, наверное. Вообще, хоть и говорят, что самолет, я не знаю, там по статистике я никогда это не изучал, но вроде как говорят, что самолет — это самый безопасный вид транспорта. Да. Сколько там в день взлетает, сколько садится и как редко они падают.
ну, считается самым безопасным. Ну, не знаю, но вот мне как-то поезд спокойнее. Я вообще слышу, что поезд там сошел с рельс или что-то с поездом случилось раз там в 5 лет. А самолет раз в полгода падает. Ну, другое дело, что... железнодорожник. Лучше вот на поезд села и поехала спокойно. Просто другое дело, что там, наверное, еще как-то количество человек учитывается. Поезд перевозит сразу там тысячи, а самолет там, ну, 150, 200, 300. Это наша набережная. Так, это на меня же ощущает. Колесо, обозрение. А набережная как? Гуляют здесь? Она облагорожена? Да, там на той стороне детский парк для малышей. Для взрослых дрифт-площадка у нас на той стороне. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Сейчас на мойке, когда был, встретил одного любителя подрифтить. Ну, выехал я там тоже с люблю. Заносом. У меня специально для зимы заднеприводная машина. Вот, мы с ребенком туда вот ездили. Заднеприводный это кто? Чайзер. Я на BMW любил подрифтить. Она Но дорогу ее жалко, держит. Жалко, если ударит. А она там-то постоянно... дорогу держит прям вообще. Да. Ее, во-первых, ну, на обычной дороге ее, на сухой там сложно в занос ее увести. А на этом, на заснеженной, чуть-чуть педаль газа нажал, ее уже начинает. Вот когда снег лежит там, когда каша. Вот, ее, что ее, что Мерседес начинает. Ну, у них там все равно какие-то эти есть специально, чтобы не заносило, да? Ну, есть, да, эти антипропульсовочные, антиблокировочные, там все вот это вот у них есть, но я не знаю, когда вот в Москве же всегда осенью или зимой, когда там должен выпасть снег, всегда коммунальщики не готовы к этому. То есть они в первый день там не успевают убирать. И когда впереди камера, контроль проезда на красный свет, ограничение 60. Уже начинает ее, там не помогает ничего, уже начинает заносить, если резко нажимать. Если плавненько, аккуратненько, нет, все нормально. Красноярска тоже на поезде? Да, на поезде ехал. Сколько дней? 2 дня, 20 часов. Я в понедельник выехал. В понедельник там во второй половине. Но дальше Иркутска я еще не заезжал. Вот самое дальнее это было Иркутск. Это вот в июля из Москвы до Иркутска 5500. Надо бы уже и дальше до Владивостока. Осталось. Во Владивостоке тоже есть машина. Куда бы ее перегнать, да? Ну да. Или там из Владивостока в Москву. Они у них сколько лет ходят до списания? Пытаюсь вспомнить. По-моему, раньше было 3, а сейчас 5. А, мы хотели посмотреть год. Она 16-го года посмотрела. А, уже смотрели, да? Да, по стеклам тоже 16-го. Ну, то есть до 21-го года, по идее. А зимой не теплое? Ну, я не знаю, как на самом деле иркутские зимы переживают. В Москве, ну, да, довольно-таки комфортно. Не холодно в машине. Не холодно, нормально абсолютно. Но вот единственное, меня вот все-таки удивило, это не замерзайка. Залил туда минус 20, 4 литра. Еще и 0,5 40-градусный. Вот прям бутылку водки туда вылил. Она должна была растопить. Что произошло, почему не знаю. Но на самом деле, вот когда останавливаешься, постоишь там полчасика, часик, брызгаешь, она работает, все хорошо.
После вас она брызгала, да? Да, да. В движении первое время вот постоял полчасика, она отморозилась, все хорошо. Первое время едешь, все брызгает. Потом левая забивается, ну, замораживается, перестает брызгать, а потом и правая. Может быть, утеплить как-то нужно. Там есть... Бачок или... Нет, можно и бачок. Бачок здесь на самом деле находится под бампером перед передним правым колесом. То есть такое место немножко далековато от двигателя, поэтому от двигателя не очень быстро согревается жидкость. Я не знаю, сами бачки утепляют или нет, но знаю, что вот можно, где решетка радиатора, поставить, там на зиму утепляют машины. Во-первых, под капот и под решетку. И тогда тепло будет медленнее уходить. Будет. Но это же мы сами делаем, да? Не... Компания это делать не будет, правильно? Да нужно уточнить вообще, если пожалуйста, если, ну, если будет там незамерзайка, вы купите какую-нибудь там, ну я не знаю, там у официального дилера за там, 500 рублей незамерзайку, которая минус 30. И если она замерзнет, может быть, транспортный отдел согласует. Я покупал незамерзайку в гипермаркете «Лента». Понадеялся, ну, крупный магазин, я не думал, что они там какой-то контрафакт или еще что-то будут продавать. Без задней мысли, минус 20, думаю, все хорошо, мне хватит. Минус 20 все равно не собиралась быть на улице, минус 20. А она при минус 3 уже раз и замерзла. Ну, в первую очередь нужно будет попробовать выбрызгать все. И залить просто какую-нибудь там, ну, еще раз взять минус 20. Да, да. Потому что мне кажется, что вполне возможно, что там вообще летняя какая-нибудь была. Я не знаю, сколько машина не эксплуатировалась. Может, она уже там 3-4 месяца стоит. Соответственно, летом-то заливали летнюю. А вот в фарах вот эти вот полосочки синенькие, они автоматически включаются, да? Или тоже тут надо? Да, нет, они включаются автоматически при запуске двигателя, ходовые огни. Ну, такие синенькие? Да, 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 там три лампочки такие, да? Да, ходовые огни. Фарм синтез. Фарм стандарт не относится? Нет. А тонировать мы сами можем или нет? Тонировать? Не знаю. Я думаю, что если вы затонируете, вас будут штрафовать, выписывать-то будут не на автомобиль, а на вас. Не-не-не, заднее же стекло можно тонировать? Да, я думаю, можно. Согласовать навряд ли согласуют эти работы, это не обязательно. А с самим, да, ну я думаю, можно, в принципе. Тренировки. Я все вот, в фарм стандарте мужчины все тонировала. Ну удобно, да, когда сзади затонировано, там если ребенка возить, ну если маленький, там солнце не светит. Вот так вот даже вот сумки. Ну да, если рабочие брюхо. Есть вообще такое суперизвестное в Иркутске? Памятник? Памятников очень много в Иркутске. Вот наша достопримечательность. Известная там на всю Россию, допустим. И на весь мир. Ну, Байкал на весь мир известен. Вот тут наша лестянка достопримечательность. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. В ту сторону, 50 километров. Там есть музей, в котором опускают людей на дно Байкала. Ну не на дно, а просто это, да? Да, да, да. По телевизору или как-то там такая как бы бухта, туда вот заходим, и как
это 3D или как-то правильно описать. Ага. Все, это видно, что там на дне Байкала происходит. Что там интересно? А мы что-то давным-давно не ходили. Ну да, в принципе, интересно. Не, я имею в виду не в бухте в этой, а на дне Байкала. Интересно, да. Дяденька, ты смелый. А в самом Иркутске, если не брать Байкал или Стрянку? В самом Иркутске? Просто к тому, что если сейчас билет будет не скоро, поезд не скоро, может там завтра, да, ну хотя бы там... А вы еще даже билеты не брали? Не, еще ничего не брал, сейчас доеду, возьму. А что тут такое, куда сходить? Ну сейчас вечернее время, вы явно никуда не попадете. Завтра. Что-то я вот даже так и не соображу. Да, если... Это вот, ну, если в первый там сразу в голову не приходят никакие варианты, то, наверное, ничего такого. Да, потому что там это все обыденное. Поэтому уж не приходят. Вот если про Москву, допустим, сказать, вот, ну, спросить, да, куда пойти? Ну, естественно, сразу сходу. Красная площадь, Арбат, да, парк Горького, да. ВДНХ. А в Москве уже были? Да, я была в Москве. А, ну, наверное, в этом, да, в фармстандарте, потому что там же тоже всякие обучения. Это уже вокзал, это вот, да? Нет, это офис железной дороги. У меня вот здесь папа работает. Алло? Нет, еще Юля на вокзал едем. Подъезжаем к вокзалу. Ну, а где у Маяковского? Ну, ну, я как выйду обратно, наберу. Кстати, не уточнил, вокзал-то один в Иркутске? Один. Все хорошо. Аэропорт один, вокзал один. Вот я в предыдущий раз улетал из аэропорта, и для меня это удивлением было, что аэропорт находится в черте города. Да. И все самолеты взлетают в город и садятся через город. Это и шумно, громко, небезопасно. Да. Ну, наверное, уже поздно что-либо делать. Нет, в проекте есть, что аэропорт будут переносить за город. Ну, когда это что будет? У меня муж просто работает в аэропорту. Ага. Вот даже они работают там, они не могут сказать конкретно, когда это будет. Да, в далеком будущем. Да. У нас же очень часто землетрясения, и поэтому аэропорт надо строить где-то вот именно... Выбрать тщательно, да. Это место безопасное. А я что, даже не знал, что в Иркутске часто землетрясения. Часто землетрясения, да. И прям так, такие серьезные ощущаются? Конечно. Я вот ребенку, мы с 11, ему, наверное, было годика 2. У меня муж ушел на работу, мы спим. Ребенка к себе переложила. Я слышу, в спальне у меня вот так вот двери в шкафу. Они ходят так вот на рельсах, а то вот так вот. И люстры качаются прямо. Я в чем была, в том мы с ребенком и выскочили. Не только я такая. Это сколько? 9 лет назад получается? Да. 2009. Да. И вот на Байкале, в Листвянке, вот в этом музее, там вот есть такие вот графики, они прямо онлайн. Сколько, в какой день, раз было землетрясение. Землетрясение каждый день.
Угу. Где-то больше баллов, где-то меньше баллов. Но ощущаются каждый день или... Нет, не каждый день. Потому что там один балл, да? Да, ощущается не каждый день. Просто с этим не связано, не знаю, при скольких баллах ощущаться начинает. Вот тогда вот было больше землетрясений, наверное, баллов было 7-8. Тут больше землетрясений. Угу. Страшно. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Это у нас на первом этаже квартира. А кто вот на высших этажах, там и все там, с этих полочек, то шкафов все попадало. Угу. Ну да, верхушки-то обычно сильнее качаются. Ну, если в Москве будет землетрясение, я вообще не знаю, что с нами будет. Мы на 17-м живем, на последнем этаже. Мало того, что дом на холме находится, так еще и последний этаж, 17-й. У нас первый этаж нашего дома находится, ну вот, дом, перед домом там через 400-500 метров река, Москва-река, и дальше уже за Москва-рекой следующий район. Вот первый этаж нашего дома находится на уровне, по-моему, на уровне 8 или 9 этажа соседнего района. То есть это вообще получается 17 там, плюс 9, ну, плюс 9, 9 этажей. Впереди лежачий полицейский. Поэтому ограничение 40. Люди стараются строить дома и жить за городом. Это большой плюс, чем высотка. Ну, зато, наверное, в высотках подешевле, да, квартира? У меня вот сейчас вот брат купил квартиру, черновая. 90. Впереди мобильный пост ДПС, переход. 5. Ограничение 60. Это для Москвы как это? Здесь в Иркутске 90 цены. Квадратов, 5700, да. Это, ну, это дешево. Если около 4 там однушка стоит, 3-4 миллиона однушка какая-нибудь, я не знаю, там... 35 квадратов, 40 может, 90 квадратов, я не знаю, там, но вот у нас где-то около 70, наверное, квадратов, около 9 миллионов где-то так стоит, это 70 квадратов, если 90, ну, наверное, вообще там все 13, может, 14 будет стоить. Ну, да. Так, вот это вокзал, да? Вот это, вот зелененький, да. Отлично. На пешеходе прям встали. А я быстренько выскочу. Так, мне вот нужно будет только собрать вот это все. Положение определено.